Девчонки, привет, это снова я. Вот опять сижу здесь на балконе Обамы. Опять отдаюсь солнцу. Уже очень жарко, 10 часов, а жара ужасная. Так что еще минут 20 и все. А то уже дымлюсь прямо. Ну, я очень помалу загораю, стараюсь не сгореть. Вот хочу, чтобы так все аккуратненько лег загар. Ну вот, сегодня дел у меня очень-очень много. Я даже написала список вот здесь, чтобы ничего не забыть. Так что вот так. Вчера я была очень уставшая, была такая очень жаркий день. Мне много раз пришлось выйти по делам. И я вот вечером погуляла с собакой, пришла и просто вырубилась. Вот 10 часов я отрубилась и проснулась, когда уже муж спать ложился. Потом я поднялась, пошла в душ, умылась, ну и опять легла. Ну, зато выспалась. Выспалась, наверное, за месяц. В общем, моему организму нужен был отдых. Просто он уже потребовал сна. Ну, в общем, вот так. Так что сегодня я буду делать и вчерашние дела, и которые остались у меня недоделанные, и сегодняшние. Так что увидимся, девчонки, попозже. Девочки, пришла домой после загара, такая одуревшая от солнца. Зашла помыть руки и, в общем, ужаснулась. В ванне у меня такой уже бардак, что вот просто катастрофа. И решила я, значит, не откладывать это все в долгий ящик и быстренько-быстренько помыть вот здесь в ванне и ванну, и раковину. Но вот с раковиной будет небольшая проблемка, потому что она засорилась, и сейчас я буду пытаться ее почистить. Раскручу эту трубу и попытаюсь ее как бы вот прочистить, иначе вода спускается очень медленно, это все остается вот так на раковине. И поэтому она просто, ну, в ужасном состоянии. Вообще все в ужасном состоянии. В общем, все здесь надо сегодня досконально прибрать, потому что смотреть на это я не могу. Так что приступаю к уборке ванны. Начну с ванны.
Так, девчонки, все, ванну закончила. Теперь у меня здесь чистенько. Вот одна лампочка у меня потухла. Вот она. Надо бы прикупить и заменить. Ну, а раковину зато вот почистила. Почистила, вроде вода сходит. В общем, мастера вызывать не пришлось. Ладно, пойду теперь перемещусь на кухню. Буду, наверное, сегодня чистить холодильник. Ну, увидимся на кухне, девочки. Ну что, вот я и переместилась на кухню и приступаю к мытью холодильника. Уже несколько дней я собираюсь его помыть. И все откладываю на завтра, на завтра. Ну, раз уж сегодня начала где-то что-то убирать, помою и холодильник тоже. Уже пора. Для начала все из него вытащу сейчас. Я его уже отключила. Сейчас все повытаскиваю. И быстренько мы его почистим. Вообще у меня родилась такая мыслишка в голове. Хочу, знаете, как в этих американских фильмах. Открываешь, а холодильник вот так весь забит продуктами. Вот я его сейчас почищу, а завтра пойду и скуплю горы продуктов и забью его. Почувствую себя героиней голливудского фильма. Зато освобожу себе кучу времени. Всю неделю буду свободна от магазина. Кстати, возможно, так и денежку тоже сэкономлю. Потому что иногда иду за одними какими-то продуктами, а по ходу могу купить еще целую кучу ненужностей. А так уже все. Все куплено на недельку. Вот, ешьте то, что есть. Ну, кстати, попробуем такой способ. Может быть, и денежку, говорю, сэкономим. Опаньки. Пальчики мои. Сейчас все сделаем быстро и аккуратно.
девочки, разобрала я вот холодильничек. Стою и прямо тащусь. Пустой холодильник. Один борщик у меня там стоит. И там кулечек с огурцами и помидорами. И все. Ну, вот здесь еще кусочек пирожного есть. Все, я решила заполнить холодильник на неделю продуктами. В общем, у меня такой ноу-хау будет. Посмотрим, что из этого получится. Может, действительно так будет гораздо удобнее все, если будет под рукой в течение недели. И посмотрим, как насчет денежки. Так что вот так. Ну все, девчонки, холодильник я почистила. Увидимся в следующем видео.